В России продолжается вакцинация населения от коронавируса. В областной столице открылся еще один пункт, где можно сделать прививку от COVID-19. Он расположен в торговом центре «Вавилон». Попасть туда может любой желающий, без предварительной записи. С одними из первых посетителей пообщалась Наталья Чегет. Процедура в пунктах вакцинации в торговом центре ничем не отличается от той же в больнице. Бригада состоит из двух человек – врача-терапевта и процедурной медсестры. Вакцина доставляется в специальном контейнере, в котором поддерживается определенная температура. Перед прививкой врач-терапевт обязательно проводит осмотр, который включает измерение температуры, пульса, давления и сатурации. Вот эту сейчас бумажечку пойдете в процедурный кабинет и с собой ее прибираете, чтобы не потерялась. Татьяна Ткаченко приехала в Тверь сделать прививку из Ромешковского района. Женщина рассказала нам о своих переживаниях до прививки. Немножко какое-то есть трепетание, но страха нет никакого абсолютно. Все нормально, все хорошо. Мы это осознанно делаем. От гриппа я всегда, каждый год делаю по осени прививку и нормально все переношу. И думаю, что это все будет нормально, все хорошо. Чтобы сделать прививку заранее, на прием записываться не требуется. Необходимо просто прийти в пункт вакцинации и на месте заполнить специальную анкету. А при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Пункт вакцинации работает ежедневно, кроме субботы-воскресенья, с 12 до 20.00. Приглашаем всех желающих. Перед вакцинацией необходимо заполнить документы, это анкеты, согласия на вакцинацию, пройти осмотр у врача и затем уже сделать прививку от коронавирусной инфекции. Как подчеркивают специалисты, уверенному снижению заболевания может помочь вакцинация. В Тверской области прививку от коронавируса можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Все они работают ежедневно. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали более 140 тысяч человек. Для создания коллективного иммунитета в нашем регионе необходимо привить не менее 60% взрослого населения, то есть тех, кому старше 60 лет, и тех, кто не имеет противопоказаний к вакцинации. При этом вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат лица, в том числе и перенесшие коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день это не является противопоказанием. И следует отметить, что результаты лабораторного исследования на антитела, какие бы они не были, также не являются противопоказанием к вакцинации против коронавирусной инфекции. А тем, кто хочет получить сертификат о вакцинации, следует записываться на прививку через портал госуслуги. Документ вышлют на электронную почту.